наш тост, тому старого-старого єврейського анекдота. Когда лежат Хайм и Сара в кровати, и уже за 90. Они лежат, пожилые люди. И Сара говорит Хайму: Хайм, скажи мне честно, кто мне когда-нибудь изменял? А, Сара, один раз когда-то. Хайм, как нам сейчас этого газа не хватает? Толь, к чему этот тост? Я хочу тебе пожелать. Боря только что проговорил. И так как Боря пообещал, будет, что каждый викейшн он будет брать с собой по одному ребенку. Я тебе хочу пожелать, что в тот раз, когда у тебя будет какая-то мысль, как у любого нормального мужчины, у любого, ты не забывай, что лучше этот раз используй в правильном направлении, чтобы Боря был много-много лет озабочен своими викейшенами и много-много лет от прекрасной женщины, которая является твоей женой, он имел удовольствие и нахрен свозить своих детей на викейшен. Секунды без вечного та. Когда с собой ты я живу, живу во сне и наяву. Не знаю, что тебе сказать, во мне ни сил, ни есть, ни спать. Лишь о тебе мечтаю я, лишь о тебе, любовь моя. Неприступная, как море глубина, и холодная, как в небесах луна. И приди ко мне, я так тебя люблю, я лишь о тебе пою. Неприступная, как море глубина, и холодная, как в небесах луна. И приди ко мне, я так тебя люблю, я лишь о тебе пою. По кругу мчится карусель, а мой корабль сел на мель. Я так сегодня одинок, ты мой попутный ветерок. Ты мой волшебный талисман, меня ты манишь к облакам. Дай руку мне, тебя я жду, и я тебя в свой мир возьму. Ты неприступная, как море глубина, и холодная, как в небесах луна. И приди ко мне, я так тебя люблю, я лишь о тебе пою. Неприступная, как море
люблю, я лишь о тебе пою. Я люблю, я лишь о тебе пою. Неприступная, как море глубина и холодная, как небеса луна, ты приди ко мне. Я так тебя люблю, я лишь о тебе пою.